как-то в голову печет. Вот так-то лучше. Отличные ступени получились.
Аж не верится, что совсем недавно мы сидели на старых развалинах и пили чай. Мы просто сидели, пили чай и подумали, а почему бы завтра, к примеру, не поехать и не взобраться на самую высокую гору страны? Немного вещей, маршрут построен, в принципе и все, можно ехать. Поехали!